Привет! Встречайте подборку из 15 очень классных и полезных товаров для дома, которые оценит каждый. Начинаем мы с беспроводного репитера Wi-Fi. Эта штука поможет вам усилить сигнал Wi-Fi. Например, если у вас в комнате очень слабый сигнал Wi-Fi, вы втыкаете эту штуку в розетку, настраиваете и получаете отличный сигнал. И никаких проводов не нужно. Максимальная скорость 300 мегабит в секунду. Детский умный термометр размером с большую пуговицу. Крепится на клейкий слой к груди или спине. Показания начинают отображаться на смартфоне через 3 секунды. Позволяет смотреть график изменения температуры. Также можно выставлять пороговые значения пониженной или повышенной температуры, при которых на смартфоне срабатывает звуковое уведомление. Термометр гипоаллергенный. Швабра со встроенной емкостью для воды. Такой вид швабры здорово выручит, когда нужно срочно убраться. Не нужно возиться с тряпками и ведрами. Просто залейте воду в специальный отсек, распылите ее с помощью одного нажатия кнопки и мойте пол так быстро, как это возможно. Тряпка из микрофибры эффективно удаляет грязь, волосы и мелкий мусор, а насадка поворачивается на 360 градусов, делая швабру маневренной, а уборку быстрой и качественной. Лестничные светодиодные светильники, реагирующие на движение. Ихнее прямое назначение – это внутренняя архитектурная подсветка, особенно подсветка ступеней лестниц. LED-светильник экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания, имеет впечатляющий срок эксплуатации, отличается скоростью монтажа, компактными габаритами и изготовлен из качественного пластика, мгновенно включается на полную яркость, не мерцает, не шумит, не греется. Это самый экологичный источник, а лаконичный дизайн подходит для различных направлений в интерьере. Губка с контейнером для воды. Она очень проста и удобна в использовании. Всего-то нужно открутить крышку, залить туда моющее средство, и она будет подавать жидкость. Губка с дозатором оснащена полой ручкой и открывающейся крышкой, куда заливается жидкость для мытья посуды. Наличие дозатора позволяет равномерно распределять моющее средство в процессе применения, уменьшает расход воды и моющего средства и защищает кожу рук от мыльной воды. Проточный водонагреватель. Этот нагреватель можно использовать на даче, где нет централизованных коммуникаций, или в квартире в летний период, когда отключают горячую воду. В отличие от резервуарных водонагревателей, проточные нагревают воду только тогда, когда это необходимо. Это позволяет экономить до 30% электроэнергии. Когда вы включаете воду, она попадает в систему проточного водонагрева. Когда вода отключается, система подогрева тоже отключается, а температура регулируется потоком воды. Чем сильнее поток, тем меньше температура. Оптимальная температура нагрева 60 градусов. Ледяная вода нагревается до 40 градусов всего за 3 секунды. Есть цифровой дисплей с отображением реальной температуры воды в данный момент. Этот нагреватель реально крутая штука. Вакуумный упаковщик нужен для надежного хранения продуктов. Продлевает срок годности до 5 раз без потери питательных свойств. Процесс упаковки полностью автоматический. Воздух откачивается и пакет запаивается. Им можно ламинировать документы. Он защищает продукты от высыхания, защищает от попадания воды и влаги, увеличивает срок хранения продуктов, сохраняет аромат и вкус на очень долгое время, защищает от появления насекомых, моли и других, экономит место, сохраняет дегидрированные фрукты, овощи, грибы и другие продукты от плесени и прочих грибков. Светодиодный прожектор для внутреннего или наружного освещения с датчиком движения и питанием от солнечной батареи. Будет незаменим для каждого хозяина в условиях постоянного повышения стоимости электроэнергии, что позволит вам не только стать более независимыми от поставщиков энергоресурсов, но и сократить расходы семейного бюджета на электроэнергию. Аккумулятор заряжается от солнечной панели в течение светового дня, после чего прожектор может работать до 8 часов, в зависимости от настроек регуляторов освещенности и времени освещения. Прожектор будет включаться автоматически днем или ночью и работать в непрерывном режиме. Или только при срабатывании датчика движения. Коврик-массажер для ног. Представляет собой сочетание эластичной тканевой основы и цветных массажных камешков разной формы и диаметра. Такой коврик отлично подойдет для активации функциональных зон и точек стопы. Его удобно брать с собой для занятий на улице.
Массажные камешки в абсолютно разных формах оказывают на стопу акупунктурные действия, стимулируя работу мышц и связок стопы. Такой массажный коврик подходит взрослым и детям и способен выдержать вес до 100 кг. На массажном коврике есть специальная зона для акупунктуры, где схематично отображена каждая функциональная точка давления и массажа. Мойка высокого давления имеет мощность 1400 Вт, которая создает давление водяной струи в 70 бар. Это начальный уровень в сегменте моек высокого давления, но этого давления хватит для самых разнообразных задач. Мойка автомобилей и ковров, сайдинга, стен и окон, только пластиковых. Все это доступно за небольшую стоимость. Вес мойки составляет около 12 кг. Ее легко перемещать по территории, а вот длина шланга всего 3 метра, и могут возникнуть проблемы с брызгами, в зависимости от того, что именно вы моете. Лучше всего, когда длина шланга составляет 5 или 7 метров. В комплекте с мойкой вы можете выбрать различные гаджеты при покупке. Например, пистолет-распылитель, бутылку-распылитель для моющего средства и другие полезные дополнения. GSM-сигнализация со стабильной и надежной работой позволит производить контроль за безопасностью вашего дома с помощью цифровой панели и функционального пульта, которые работают между собой с помощью серии установленных датчиков и соответствующего приложения на вашем девайсе. Среди преимуществ сигнализации можно отметить следующее. Есть встроенная возможность подключения к стандартным и целой серии дополнительных датчиков, разделение охраняемой территории на несколько типов зон с возможностью их переименования. При возникновении опасности система производит дозвон на 6 установленных мобильных, а также осуществляет оповещение путем отправки SMS на 3 номера о состоянии сигнализации. Сушилка для обуви поможет сохранить обувь в сухости в течение всего года. Она обеззараживает вашу обувь благодаря озонатору и высушивает обувь благодаря тепловой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. Ее также можно использовать для обогрева обуви в холодную погоду. Вам больше не придется одевать мокрые ботинки в холодную погоду и тем самым ставить под угрозу свое здоровье. Достаточно прийти домой и воспользоваться удобной электросушилкой обуви с таймером. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратит работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. У меня такая сушилка была на обзоре, и я лично могу рекомендовать данный девайс. Он меня часто выручает, тем более в данное время года. Ортопедическая подушка от Xiaomi. Подушка имеет больше 10 тысяч маленьких воздухопропускных отверстий, которые высвобождают влажность и излишнее тепло, и выполнена из малазийского латекса, что говорит о том, что подушка не потеряет своих свойств на протяжении всего срока службы. Высокий уровень упругости помогает занять голове и шее правильное положение. Подушка приобретает нужную форму, чем и обеспечивает качественный отдых. Латексная подушка долговечна, она не деформируется и не оседает. Кстати, подушка бесшовная, что само по себе хорошо. Первоклассный материал лицевой стороны защитит от частиц размером всего в микрометр, так что можно забыть о клещах и наслаждаться здоровым и крепким сном. Меламиновая губка – хит чистящих средств. С легкостью очищает стойкие загрязнения практически с любых твердых поверхностей – оргтехника, пластика, кафеля, ванны и раковины. Без труда стирает следы от обуви, ручки и маркера. Безопасно для рук и кожи. Губка используется только с водой, в чем есть два положительных аспекта. Вы сокращаете общие затраты на уборку и избавляетесь от необходимости распылять химические средства в помещениях. Суперэффективный робот для сухой и влажной чистки с сенсором пыли. Робот-пылесос выполняет качественную сборку помещений большой площади до 80 квадратных метров, а также обеззараживает любые напольные покрытия при помощи ультрафиолетовой лампы. От аналогов отличается высоким качеством и скоростью уборки, а также простотой настройки. Практически не натыкается на мебель и не пропускает ни пылинки, благодаря инновационной системе датчиков. Комплектуется виртуальной стеной и пультом дистанционного управления. Но и это еще не все. При желании вы сможете заказать яркий фотопринт, который украсит верхнюю панель робота и придаст ему индивидуальный стиль.
Вот такое видео у нас получилось сегодня. Напишите, что вам больше всего понравилось из этой подборки и что бы вам пригодилось бы. Нажимайте на этот колокольчик, чтобы YouTube оперативно напоминал вам об выходе нового ролика. Дальше будет еще много интересного. А также ставьте свой царский лайк, если вам понравился ролик. Все ссылки на товары есть в описании под видео. Был рад для вас стараться. Прохладных вам деньков, а то жара уже достала. Спасибо за просмотр и пока-пока.